Всем привет! 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 Сегодня с вами Алия Халилова, Риана Халилова и Нияра Халилова, да. Мы хотим с вами поделиться своими покупками из каталога номер 10. Риан, покажешь каталог номер 10? Хороший! Хорошо. И с другой стороны. Не видно там вообще камеру? Так вот выглядит каталог номер 10. И следующий каталог выглядит... Яра, покажешь следующий каталог? И следующий каталог номер 11 выглядит. Так, и начнем мы с акции. С акции начнем. Стаканчик мы заказали. Мы заказали по акции набор акриловых стаканчиков. Из 3 стаканов. Риана, открой, посмотрим. Так, сейчас Риана нам откроет коробочку, набор из 3 стаканов акриловых ярко-зеленого цвета. Так, акция состояла в том, что делая заказ на 50 баллов в предыдущем каталоге, в этом каталоге можно всего лишь за 99 рублей заказать набор из 3 акриловых стаканов. Риан, давай открывай, показывай стаканчик. Стаканчики показывай. Акриловых стакана такого ярко-зеленого салатового цвета всего лишь за 99 рублей. Да, держите. Делаем чик. Чик. Класс. Вкусно. Так, самое интересное, что в этом каталоге в одной из страниц в правом нижнем углу показано, что вот этот вот огромный большой гель для душа 750 мг стоит всего лишь 279 рублей. Но, конечно, количество их ограничено, думаю, поэтому или их показали не так вот большим размером. Вкусно пахнет. Очень вкусно пахнет. Это гель для душа серии Discover. Discover путешествие. В этот раз мы решили оказаться вдаться в романтику Парижа. Ты знаешь, где Париж? Знаешь, где Париж? Все. Мы сегодня окажемся в Париже, да? Он очень вкусно пахнет. Очень-очень вкусно пахнет, да, нет? Вот. Нам все, нашей семье очень нравится. Дальше, что в нашем заказе? В нашем заказе присутствует шампунь 2 в 1, тоже большой такой. Это в этом каталоге впервые показан, впервые продажа шампунь серии Love Nature обновленный. 500 мг, всего лишь 319 рублей по каталогу. Этот шампунь 2 в 1 с авокадо и ромашкой. Масло авокадо и ромашкой. Я его использую в основном для девочек. Волосы легче расчесываются, волосы очень долго пахнут, блестят, красиво выглядят. Следующее в нашем заказе это сухой шампунь серии Hair X. Его я заказала для себя, решила попробовать, что же в нем такого интересного и как же сухой шампунь может очистить голову. Так, мне понравилось, как он пахнет, мне понравилось удобный флакон. Мне понравилось, что там 150 миллиграмм. Это ни много ни мало. Так, он стоит всего лишь 319 рублей. На флаконе написано, значит, сухой шампунь для тонких волос. Да. Так, способ применения. Встряхните флакон и распыляйте средство на высушенные волосы, уделяя особое внимание корням. Массирующими движениями распределите средство по волосам, затем тщательно расчешите их щеткой. В общем, я его встряхнула, нанесла на волосы, мягкими движениями помассировала и потом тщательно расчесала. Единственное, что мне не понравилось, это то, что, делая акцент на корни, у меня так цвет волос темный, осталось, очень похоже на пыль, что ли, как будто седина проглядывается. Вот единственное, мне не понравилось, может, я что-то сделала неправильно, я не знаю. Ну вот, хочу
сказать, что волосы выглядят хорошо, пахнут очень вкусно. И сказала Саня. Мне понравилось. Волосы пахнут очень вкусно, блестят. Они действительно, ну, по ощущениям чистые, то есть они чистые. Но единственное, что мне не понравилось, что у корней вот это вот белые следы остаются. Может быть, не нужно делать такое. Может, я сделала слишком большой акцент на кончике, на корни волос. Поэтому, может, у меня так, может, нужно поменьше. Вот, в общем, так, в целом мне понравилось. Я буду пробовать, конечно. Если кто-то уже пробовал и знает, какую, может, я ошибку совершила, или что-то неправильно, или какие-то советы, может, кто-то уже что-то испробовал, напишите в комментариях, пожалуйста. Класс, молодец. Так, дальше. Так, новинки. Новинки этого каталога. Лак для ногтей. Мы с девочками решили заказать новые лаки для ногтей. Покажем? Да, блестящие, серебристые, такие металлические лаки для ногтей. Мы уже даже накрасили ногти. Покажем? О, Ньяра решила так подойти. Конечно. Так, мы очень модные. Сейчас очень модно. Такой цвет, такой оттенок. Такие блестящие. Нам понравился лак. Наносится легко, кисточка очень удобно. Там их три. То есть серия лаков The One. Их там три. Три флакона. Вот, несмотря на то, что в каталоге показано, что это якобы обычный просто серый, это не обычный серый. Там он с элементами блестков, то есть как песочек. Но он, когда наносишь его на ногти, он смотрится как матовый. Классный. Вот если, например, сделать эффект французского маникюра, как показано в каталоге. Да, если посмотреть, как показано в каталоге, то вот этот первый, который вот практически такой однотонный. И вот сам по центру самый блестящий, вот надо взять. У нас два. Вот, нам очень нравится, очень удобно наносить. Вот один раз было достаточно. Вот, дальше. Из новинок. Орешки. Да, покажем. Садись, нет. Так, что же у нас дальше из новинок? А дальше у нас, ага, умывалка и тоник для лица серии Optimals. Ее тоже я заказала для себя. Она супер увлажняющая. Я решила попробовать. Вы знаете, что мне понравилось? Что объем. Умывалка для всех типов кожи 150 миллиграмм. А тоник так вообще 200 миллиграмм. Вот. Мне очень понравилось, что они стоят очень недорого. Всего лишь 269 рублей каждый. Вот. Я читала, что... Я уже рассказывала в предыдущем видео, что если увлажнять кожу, то она становится гладкой. Не знаю, как разглаживаются морщины или нет, но их становится заметно меньше. То есть кожа питается влагой. В нашем каталоге вот такой вот суперпитательный крем для ног серии Fit-Up. Вот если кто-то страдает сухостью кожи ног, пятки, например, потрескали, сейчас лето, жарко, не хватает влаги, то вот этот крем супер спасение. Еще есть в Oriflame носочки, классные носочки, которые не впитывают в себя крем. Буквально вот сделал себе педикюр на дому. Есть у нас электропилка, тоже серии Fit-Up, она тоже есть в каталоге, пока она по актуальной цене. Вот, на него есть сменные насадки, мы в предыдущем видео с Ньярой вот рассказывали про эту электропилку. Она очень удобная. Вот электропилочкой, потом кремом, и одеваешь носочки, на утро ноги вообще другие, мягкие. Так, про бигуди мы рассказывали, про это мы рассказывали. Так, теперь в нашем заказе еще есть такой шампунь для мужчин. Два в одном. Шампунь для волос и для тела, это да? Еще. Это для баба, да? Для мужчин это. Да. Баба! А баба! Да, пахнет? Угу. Я тоже пахну. Нарян, понюхай. Правда вкусно? Мне хочется съесть, но есть не надо. Это шампунь для волос и для тела. Это мужская серия. North for Men. Удобная упаковка, кстати, не
и скользкая. Вот она по краям такая шершавая, и как раз такие отделы такие для пальчиков. Очень удобно держать. Всего лишь за 159 рублей, вот здесь вот в конце. Также пена для бритья всего лишь 159 рублей. И вот этот шампунь 159 рублей. Еще в нашем заказе вот такая вот помада серии Giordani Gold. Красивые упаковки. За совсем, совсем недорого. Розовый беж оттенок. Красивая такая, как всегда позолочена, как всегда шик, блеск, красота. Всего лишь за 299 рублей. Такой вот стильный черный упаковки с позолоченными такими буковками. Себе вообще косметички, это прям каждая женщина, я думаю, мечтает купить. Так, что еще? В нашем заказе, кстати, еще присутствует акционная продукция, которая по супер-супер-супер акции. Так, что же это за супер-пупер акция такая? Вот, мы взяли ей две. И если ты сделаешь заказ на 999 рублей из этого каталога, любой продукт, и всего лишь за 449 рублей можешь заказать себе, считай, раз, мыло для интимной гигиены, два, гель для душа, три, зубную пасту, зубная паста отбеливающая, так, шариковый дезодорант, он получается хлопковый, и мыло тоже вот из серии Discover мыло. Так, в этой серии гель для душа и мыло тосканский закат. Вот. Мыло для интимной гигиены нам полюбилось как-то мыло для интимной гигиены с алоэ вера. Почему? Потому что она гипоаллергенная. Она такая жиденькая, мягкая. Нам очень нравится. Запах приятный, непринужденный такой. Как-то вот полюбилась нам алоэ вера, мы очень часто ее пользуемся. А тут она в акции, мы вообще решили, что мы ее действительно закажем. Мы даже заказали две. Потому что мы сделали заказ два раза по 990 рублей. Хорошо. Вот. А еще в этом наборе зубные щетки. В общем, зубная щетка раз, зубная паста два, шариковый дезодорант три, гель для душа четыре, Риана, помоги мне, мыло для интимной гигиены пять и мыло для рук шесть. Вроде ничего не забыли, да? Вот этот вот набор всего лишь за 449 рублей. Поможешь, Леша? Ай, умничка, поможет. Мы поделились всем своим заказом. Нам все очень нравится. Если вдруг есть что-то, чем вы уже пользовались и вы знаете, можете, пожалуйста, оставить комментарий под нашим видео. И напоследок хочу показать каталог следующего периода, номер 11. Выглядит он вот так. Называется «Переходный сезон». Что нам очень понравилось в этом каталоге, это то, что здесь новая серия детская шампуни и туалетной воды. Для мальчиков это тачки. Кто-нибудь смотрел мультик «Тачки»? Да. Это для мальчиков. Что здесь есть? Туалетная вода, тачки 3. И шампунь для волос и тела, тачки 3. Да, машины, да? Свежий фруктовый аромат. Да, это для мальчиков. Что самое интересное в этой серии, это свежий фруктовый аромат написано. Также написано, что здесь, смотрите, формула без слез, не содержит мыла, протестирован под дерматологическим контролем. Это круто. Да. Так что, мальчики, не будет больше слез. А набор туалетной воды и шампунь для волос и тела всего же за 399 рублей. Набор 399 рублей. Что для девочек? Серия для девочек это туалетная вода и шампунь для волос и для тела Моана. Компания Арифлейм тесно сотрудничает с Диснеем, поэтому мультипликационные герои очень
достаточно актуально в этой детской серии, очень интересно. В прошлый раз актуально было «Звездные войны» для мальчиков и «В поисках Дори» для девочек. А в этот раз «Тачки 3» для мальчиков и «Моана» для девочек. Что самое интересное, что здесь для девочек в этот раз шампунь для волос и для тела и туалетная вода. Также набор стоит 399 рублей. Что здесь еще интересного? Это рядом. Кошельки для денег. Морская серия и классика. Да. Вот. В конце, как всегда, серия по супер акции. Да, такое мы любим, да? А в этот раз у нас другие ногти, да? Да. Распродажа лаков серии The One. Вот сколько оттенков, всего лишь за 99 рублей. Да. В общем, в этом каталоге много всего нового, много интересного и совсем недорого. Спасибо вам всем за то, что посмотрели наше видео. Спасибо. Мы очень надеемся, что наш видеообзор был для вас полезен. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Прямо сейчас подписывайтесь на канал. Прямо сейчас поставьте лайки, пожалуйста. И напишите на канал. Да, и напишите комментарии свои по поводу сухого шампуня, по поводу, как вам действительно нравится запах геля для душа. Если вдруг кто пробовал новую серию Optimus, тоже напишите комментарий. А теперь всем пока-пока. Пока-пока. Встретимся в следующем видеообзоре. Пока-пока. Сухой шампунь серии Hair X. Его я заказала для себя, решила попробовать. Все время сейчас очень модно сухие шампуни, и я решила его испробовать. Как смешно, шампунь. Следующее в нашем заказе это сухой шампунь. Так смешно. Все, насмеялись. Все, давайте я расскажу, мы пойдем гулять, хорошо? Хорошо? Поцелуй. Все, давай, поцелуй.